Друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. У нас утро. Время 8 часов утра. Я вот поливаю помидорки свои, видите, у меня уже здесь вот малепусечки такие прям красотулечки завязались. И здесь вот тоже немножечко тоже. И огурчики, сейчас покажу вам. Два огурчика. Вот один. Видите, девочки, нет? Видно вам? О! И вот один, вот они, видите, все, будем окрошку есть на Пасху. И смотрите, как интересно они, значит, с цветочком, видите, огурец, а вот цветочек не отпадает. Вот он, видите, огурец и цветочек тут, вот он, видите, на пипочке. Такие интересные огурцы какие-то, да? Это 5 звёзд я сажала. А вот он, наверное, как бы и есть 5 звёзд. 1, 2, 3, 4, 5. Вот они, видите, звездочки-то. Не зря называется 5 звёзд. Тюльпанчики вот вчера я, видите, сорвала на грядочки, которые пообломались. И вот с вербочкой рядом поставила вазончик. Огурчики у меня тут, девочки, посходили. Мальчики, видите, тут у меня и кураж. Так, а второй уже забыла. Ну, память вообще. Ну, вот один вот вылазит еще. Вот надо помочь ему. Здесь один не взошел. Здесь 1, 2, 3 не взошло. Но я сейчас маленько тут поковыряю. Может быть, еще выйдут. А, нет, не выйдет. Пустая семечка оказалась. Ну, и посеяла еще вот такие вот длиннющие огурцы, которые китайские. Изумрудный поток. Тоже 4 стаканчика посеяла. Вот, наверное, сейчас здесь вот все поубираю сюда. Поставлю, и это все я отнесу в теплицу. Вот. Все в теплицу поутащила. Все у меня теперь в теплице. Но еще пока ничего не высаживаю. Рано. Черемуха еще не цвела у нас. Все, идем на улицу работать. Вот здесь посеяла еще изумрудный поток. Все, идем на улицу, друзья. Будем работать. Будем сейчас с Валерой навоз растаскивать по грядке для лука и для моркови. Перегной. Он мне пропашет, а я буду сегодня сажать. Наконец-то у нас устаканилась погода. Такая прям более-менее хорошая. Теплая, теплая. Сегодня прям с утра вообще супер тепло. Валера у меня уже там развозит потихоньку перегной. Я сейчас тоже ему буду помогать. Вдвоем быстрее все дело будет идти у нас. Чего орешь? Пойдем, тебя забыли, да? Пойдем! Идешь? Закрою дверь сейчас. Пошли. Тоже решила с нами прогуляться в курятник. А мы тут в углу, у нас навоз перегной, и мы... Валера набирает. Черемуха прям вот-вот зацветет. Ой, такая красотка она всегда у нас, такая огромная. У меня Валера 2 грядочки, земля прям пуховая, прям мягкая, хорошая. Сейчас я пробороню и начну сажать лучок. Одела жилетку, что-то ветер у нас опять поднялся, но тепло. Ну, на всякий случай утеплилась чуть-чуть грудь и спину. Я домой пришла, у меня на обед ничего нет, я быстренько начистила уже картошки, поставила варить.
картофельное пюре. И здесь вот помыла. У меня сегодня рыбный день будет. Минтай. Вот все. Все чистенький он у меня. Сейчас я его посолю, поперчу. И буду жарить на сковородочке. Хочу в муке. Прям, знаете, такое, чтобы прям была румяная корочка. Что-то так захотелось такого минтайчика мне. Сейчас я здесь его посолю, поперчу. И чесночка вот немножко добавлю. Домашнего чуть-чуть. Минтай, он любит чесночок. Так вот. Так, немножечко перчика остренького. Прям чуть-чуть притрушу. Так, для запаха, для вкуса. И вот адыгейскую соличку. Рыба, она... Ой, не знаю, мне кажется, она как бы соли много не любит. Я сильно рыбу не солю. Все, так вот перемешала. Пусть немножко посолится. Постоит, пропитается, замаринуется немножечко. И я сейчас буду обжаривать. Сковородочка у меня разогрелась. Мукичку просто обмакиваю. И обжариваю. Вот такую хотелось мне прям рыбку. У меня уже слюнки текут. Сейчас, наверное, одну точно съем. Один кусочек. Ой, это так вкусно. Девчонки, кто любит минтай? Я просто обожаю. Здесь я порезала лучок полукольцами. Сейчас я его притомлю в сливочном масле. Сейчас рыбку вытащу, вот эту вторую. Парь ее, сковородочку помою. Сейчас я его чуть-чуть вот так закарамелизую. И потом наверх выложу рыбку. И под крышечкой еще немножко потомлю. Все готово. Сейчас я чуть-чуть перчика вот так вот притрушу. Душистого. Потом солички чуть-чуть. Капелюшечку для вкуса. И чесночка для запаха. Домашненького. Вот. Это гранулками оно разойдется. Все. И сейчас сверху я выложу свой минтай жареный. Так, ну вот так вот, девчонки, как-то так у меня получается, мальчики, девочки. И теперь вот минтайчик вот так вот сверху выкладываю. Накрываю крышечкой. И вот это все у меня оно вместе и потомится. Сварилась у меня картошечка. Сейчас я маслечко добавила. Сейчас молочка немножко ливану. И все. Обед у нас готов. Садимся мы обедать. Вам тоже всем, друзья, приятного аппетита. И нам, и вам. Так, ну вот, смотрите, так вот у меня получилось. И вот так вот сверху лучок. Вот такой у нас сегодня обед. Рыбка и картофельное пюре. Собрались мы в город ехать. Нам надо Веронику отвезти в школу. И Валера там заодно хочет распилить блокхаус, заехать в деревяшку, в магазин по размерам, потому что брус 6-метровый, заказывать доставку за 1000 нет смысла, поэтому сейчас берет с собой пилу, и там ребята сказали, мы поможем, попилим по размеру вам, в общем, вот так вот. У нас за апрель первая гроза уже. Да, вчера у нас громыхало, ух, сильно как громыхало. Какой уже высокий домик. Сколько же будет этажей? Веронюш, не знаешь, сколько будет этажей в этом доме? Наверное, 8 или 9. Помчалась вперед меня. Не любит, чтобы ее провожали. Уже убегает от нас, стесняется. Большая стала. 4-й класс перейдет. Детей готовят к выпускному. Наверное, 9-й класс. А может, 11-й класс, не знаю. Так, все, мы приехали, посмотрели. Цены бешеные, ничего не подходит. Приехали домой. Купила в Доброцене огурцов. Делаем салаты с лучком домашним. Вот, рвем лук домашний и режем салатик.
В общем, огурцы взяла по, сейчас скажу, по 140 рублей, по 134 рубля даже. Огурцы хорошие, такие прям огурчики, такие вот гладенькие, которые пупырчатые, были по 204 рубля. Ну, я взяла такие подешевле. Они что те сейчас еще пока особо не пахнут огурцами. Потом взяла Валеры на перекус по 174 рубля с абрикосом. Пряники, он у меня такие любит на перекус. Потом заехали, заправились бензином, это в канистру налили на этот, пахать ему на огород, там еще под картошку надо будет пахать. И взяли клей плиточный Бундекс, выкладывать там нам бордюры надо будет в огороде. Дети приедут, будут помогать. Взяли краску эмаль по металлу и по древесине, быстро сохнущая, черная, какая-то импортная, не знаю, или наша. В общем, 800 грамм, 639 рублей. Ну, вот такие вот у нас сегодня были покупочки. Промотались, думали, блокхаус купим. Валера взял с собой пилу, хотел там распилить на базе по кусочкам, чтобы на своей машине увезти. Но блокхауса пока еще нет, а в основном эти доски, они какие-то клеевые. Думаю, опять все раскиснет у нас на улице. На этой лавочке все. Ну, в общем, с лавочкой у нас облом полный получился. Ничего мы так и не купили. Заехали в красочный, там вообще все дорогое, все, ну, ничего не подходит, и все, в общем, и все дорого. Так, ну все, в общем, сейчас мы переодеваемся и идем на улицу сеять морковь и сажать лук. Все, хватит мотыляться. Тут что-то мотаемся, мотаемся, а делов никаких нету. Валер, ты что, уже покрасил? Да. Так быстро? Ну, как краска? Есть. Вот так осталось. А, как краска-то хоть? Вроде нигде не вижу. Все, я переворачивал ее, красил. А пятна вот бензином. Порезала я бороздочки плоскорезом. Вот, посыпала фертикой, диамофоской. Азота 10, фосфора 26 и калия 26. Вот, вот такое вот удобрение. И сейчас потыкаю быстренько красный лучок. Посадила я лучок, ветер у нас не перестает и дует, и дует. Боюсь, что и морковь мою всю выдует с грядок, поэтому не стала рисковать. Может быть, завтра с утра не будет такого ветра. Вот, а то я потом думаю, что половина моркови у меня не взойдет. Ну все, друзья, буду заканчивать на этом свое видео. Всем до свидания, всем спасибо вам за подписки, за лайки, за добрые комментарии. Всем пока-пока!